Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, да, конечно, это конфликтующие стороны, но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди, и я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный, но нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае и с азербайджанской стороной, с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной, и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве. Разумеется, это уже ответственность азербайджанской стороны в полном смысле этого слова. Но я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. Но на первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, и вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и с азербайджанскими коллегами. Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий.